И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Карлик в свитере. Ай! Блять, эта полщеносая ящерица меня очень сильно обидела. Ладно, короче, я таки перебрался на следующий, на противоположный берег. Ни хрена себе. И вот теперь продвигаюсь обратно, сокрушая все ящики, какие только, блять, могут попасться, гребаная макака. Тупая обезьянка, блядь. Ё-моё. Ай! Обжёгся. Обжёгся. Ой, хрен тебе врыло. Блин. Нет, ну это чистое издевательство. Самое чистое и кошерное издевательство. Да. Наверное. О! Вот поэтому я сюда и возвращался. Потому что здесь было это. Если вы понимаете, о чем я. Нет, я имел в виду не перепихон, я имел в виду бонусный уровень. Ой, бля. Ну а если вы думали о перепихоне, значит это у вас просто такие грязные мысли. Это же детская игра, ё-моё. Тут никаких грязных мыслей возникнуть не могут. Хотя, вы же сами, наверное, видели, как в одной из последних игр про Крэша Бандикута его сестра появилась в таком виде, ё-моё, прям как у Лары Крофт. Ну да, мало того что она сменила цвета на оранжевый, так она еще и выгодно подчеркивала свою женственность. Так что насчет детскости этой игры, я, наверное, еще ошибся. Не, ну так-то вот эта игра, которую я сейчас прохожу, она определенно детская, потому что здесь никаких неприличных намеков и быть не может. Опа! Так, засейвимся. Прыжочек. Так, надо сейвиться, а то... Ой. А, давай. Да. Фу. Вот не люблю я такие прыжковые головоломки. Конечно, Крэш Бандикут в какой-то мере похож на Марио. Потому что ему в первой части пришлось спасать свою любимую девушку, которая, блин, потом от него ушла к мафиозному боссу. Вот он и девушки. Ну да ладно, сегодня 8 марта, так что не будем их судить строго. Женщины и женская логика. Две самых загадочных вещи для мужчин. Просто вековые загадки. Да. Блин, такие же загадочные, как, например, СПИД. Если кто-нибудь раскроет секрет СПИДа, то ему просто обеспечена Нобелевская премия и почет до конца жизни. Вот почет точно, а вот насчет этой Нобелевской премии, то ее выплатят только разочек. И не более. Блин. Так всегда ненавижу этих огнеблюющих истуканов. То есть огнерыгающих. Я же не знаю, как их назвать-то пообиднее. Ой. Ну вот снова эти колонны а-ля Лара Крофт. Ну, блять. Промахнулся. Да ё-моё! Ну вот снова. Ладно, подождем. Вот, мы же крутые, мы будем ждать. Да, и все же женщины, несмотря на всю их капризность и загадочность, то есть, несмотря на всю их обидчивость, капризность, завистничество, ну и прочие нехорошие вещи, они такие, ну просто, иногда бывают просто, блять,
просто прекрасными. Так что, наверное, все-таки хорошо, что они есть. А то, если бы их не было, то мы бы, наверное, из пробирок рождались. Вот сейчас ученые именно к этому и ведут. Даже непонятно, зачем. Не, ну, возможно, это, конечно, лучшее решение для всяких там бесплодных и прочих. Например, гей-пар, лесбийских пар. Но так-то оно для здоровых людей особого такого... особой пользы не несет. Не, ну всякие же люди бывают, верно? Так что, возможно, кому-то это... ой, очень даже пригодится. Ах. Я вправе собой гордиться. За то, что собрал кристалл и два алмаза. Так. Behaving. Боже, как я не люблю эту миссию. И вы поймете, почему я ее не люблю. Какая рожа у Крэша на снимке. Ладно, сохраняемся. Сохраняемся. Не флюродросим, или как это называется. Чего там у меня 99? Не знаю. Да насрать. Наверное, просто показалось. Вполне возможно. Блин, красиво-то как, сволочь, блин. Все восхищение сбил, сволочь, быдло хреново. Хотя, конечно, дровосеков, наверное, нельзя считать быдлом. У них очень ответственный труд. Но все-таки вот такие вот. Это же лабораторные ассистенты. А вот эти самые ассистенты, они... сейчас я объясню. Они андроиды. То есть... в третьей игре, вы уж извините, что я забегаю наперед, там в секретном варпруме можно заметить, что вот как идет их производство, как им дается определенная одежда и отправка в определенную эпоху. Так что это, как ни странно, андроиды, как Бишоп из Чужих. Ну, вы, наверное, не смотрите таких старых фильмов. О, сука, блять! Пчелы, ёбаный ты в рот. А, бля. Мой самый ненавистный враг во всей этой игре. Бля, мурашки по коже. Боже, снова они. Очень ненавижу этот звук. Ай! Ефа, только не это. Фу. И вот, наверное, ни одного из этих... ни одного из врагов здесь так не ненавижу, как этих пчел. Так, засейвлюсь. Теперь выкапываемся и бежим! Да, вот тебе и беги, Форест, беги. Ладно, выкапываемся и беги, Крэш, беги! Да. Суки. Ой. Ни хрена себе, как он быстро двигается. Так, бежим. Снова они, блядь. Я их ненавижу. Я их так ненавижу. Иди нах. Ты тоже иди нах. Сейф. Ай. Так ты иди нахуй. Эй, эти нитроящики не прыгают. Сейф поинт. Опа. Не, ну так-то можно и по этим ступенькам забраться. Опа. Усуефа, откуда здесь кроты? Так, сейф. Сейвимся, блин. Вот недаром я засейвился. О, да, наконец-то аметист. Ой, ни хрена себе. Кто тут с базуки стреляет или с чего? Что-то это похожее на снаряды, что ли. Ну, аметист мы достали, так что мы теперь вправе гордиться с собой. Ох ты, броненосец в броне. Тавтология. Иди нах.
Так. Оп! Ё-моё! Какая крепкая тварь. Ладно, здесь сейвимся. И на этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Карлик в свитере. И мы нашли аметист. Мы собрали все драгоценные, цветные драгоценные камни. И вправе собой гордиться. До свидания.